Открытая областная тренировка по скандинавской ходьбе пройдет 10 октября в парке Наташинские пруды. Занятие проведет профессиональный тренер и инструктор ЛФК Наталья Морозова. Кроме скандинавской ходьбы, участников мероприятия ждет яркая концертная программа и угощение. Начало массовой тренировки в 11:00. Напомню, проект «Активное долголетие» стартовал в люберецких парках в начале октября. Заниматься скандинавской ходьбой под руководством тренера могут все, кому за 50. Пенсионеры могут приходить на бесплатные занятия со своим спортинвентарем или брать его на прокат. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.